Всем привет, с вами Дэвил. Сегодня мы поиграем в прекрасную игру под названием The Long Dark. Это у нас выживание плюс страшилка или что-то такое, у нас какой-то такой жанр. И у нас сейчас альфа версия у нас 2.2.8. Неплохая версия, правда. Так, у нас это первая серия, поэтому давайте же посмотрим, что тут есть. Я только сейчас вот запустил эту игру в Steam. Она, кстати, стоит там 419. Так, недоступна в альфа-версии. А за что же мы тут платим, получается? Так, окажитесь на месте пилота дальнего сообщения Уилла Маккензи. Ну, понятно, нам не дадут тут играть в какие-нибудь режимы исторические. Так, а тут у нас что? Выберите опыт. Пилигрим. Пилигрим. Для игроков, которым больше интересно исследование мира, чем суровое выживание. Дикие звери не будут на вас нападать. Так, скиталец. Для тех, кто предпочитает средний уровень сложности, где сочетается выживание и исследование. То есть это у нас средний уровень сложности. Я так понял, это легкий. Так, а это у нас... Да, это у нас сложный. Давайте же выберем средний. Вот, вот это вот мы не будем читать, то что я понял. И начнем средний. Если вы хотите, можете прочитать. Так, кого же выбрать? Давайте... Так, вот это у нас все закрыто. Почему? Интересно. Ну ладно, давайте зайдем в это загадочное озеро. Посмотрим, что тут. Так, необычайная магнитная буря забросила ваш самолет прямо в дебри Северной Канады. То есть действие тут разворачивается в Канаде. Сколько времени вам удастся продержаться? Так, давайте-ка нажмем и продолжим. Так, в продолжительной перспективе шансы на выживание для любого стремятся к нулю. Нифига себе. Мы тут сразу начали. Так. Неплохие такие тут виды. Так скажу. Выглядит тут довольно все красочно, все нормально. Я так понял, тут еще дровосеки какие-то жили, да? Видите, тут везде пеньки. На них посидеть можно? Нет. Ну, кстати, прикольно выглядит. Хотя, как будто на картонку какую-то смотрим, видите. Ладно. Птички летают. Я не знаю, к чему это. Вот так вот птицы летают. Можете в комментариях там написать, к чему это. Просто не понимаю, вот... Что-то должно означать. Так, лесозаготовительная стоянка. Ну, я и говорю тут. Опа-на. А думаю, мы тут кулаком будем разбивать все. А тут, оказывается, вон как. Так, кстати, а если на правую кнопку... А, это оставить, да? Ну, давайте же соберем. То есть тут на Е мы ничего не можем собирать, да? На Е как. Как в Расте. Тут какой-то у нас... Человек умер. Такое ощущение, как вот эта кукла, и у него тут все нарисовано. Кстати, у нас тут следы остаются. Прикольно, кстати. Все тут сделано довольно круто. Замороженный труп. Стой, замороженный труп. Надеюсь, это никому уже не нужно. Кедровые дрова. Полено. То есть мы тут что-то будем, наверное, крафтить, да? Так, разжечь огонь. Зачем нам сейчас разжигать огонь? Что это такое? Пакетик или что? Пакетик или что? Давайте же пойдем. О, теплее становится. Тут какие-то индикаторы у нас получается. Так, дверь. Так, нужно не забывать то, что это у нас... инди-старошилка.
немного наложить дров. Каких дров? Кирпичей. Так. Сейчас какой-нибудь выполнит. Ой. Не хочу я тут отдыхать в этом месте. Так, у нас тут газировочка. И все. Опа, на еще одни контейнеры. Обычные перчатки. Они из синтетики. Повязка. То есть мы можем еще тут. Повязка-то. А, повязка для остановки кровотечения или фиксации травматических частей тела. То есть мы можем к любому месту приложить. Я знаю, к какому месту лучше приложить в таких случаях. That'll come in handy. Но пока что помолчу. Так, болты, какие-то тут гаечки, металлический хлам. Я так понял, мы тут сможем бомжам каким-нибудь отдавать это все. И они будут это все продавать. Но нам нужна выдохать когда-нибудь. Так, мы можем посидеть хотя бы и отдохнуть. Поговорить о чем-нибудь. Так, на картонах таки ходим. Пол скрипит. Мне это очень нравится. Очень раздражает. Так. Ну что, пугать нас кто-нибудь будет? Какая-нибудь бабайка там это. Выпрыгнет. Выпрыгнет там. Из-под кровати. Ну ладно, давайте-ка дальше. Куда-нибудь пойдем. Выход на улицу, да. У нас ходит в виде загрузки. Так. А мы не были в этом доме. Кстати, тут туалет. Кстати, а нашему персонажу нужно ходить в туалет. Давайте-ка понажимаем на все кнопки. Так, у нас тут таб. Таб это у нас какое-то меню, так, снаряжение. О, вот наша как раз вещь. А где тут? Кстати, тут еще показывается вес. А голод там все дела, где они? Лишний помысел, дневник, дневник, кстати, дневник. Открытая лесозаготовительная стоянка. Да, то есть он в дневнике все пишет, то, что он тут находит, что делает, так, аптечка. Нифига себе. Так, это получается. А, у нас здоровый человек, поэтому не нужно ничего переносить. Хотя тут какие-то чашки. То есть на это все посмотрим, перетаскивается. То есть у нас пока что три предмета, остальные все у нас. Пока что где-то лежат и так. Мы можем разжечь огонь, спальный мешок, аптечки. Так, а вот у нас все показывается. Я просто решил посмотреть. Так, по ощущению у нас 7 градусов. Так, усталость. То есть чем больше, тем хуже. Ой, ему становится холодно, получается. Так, а мы тут сходить по нужде можем? Пустите, пожалуйста. Мне нужно это сделать. Ну ладно. Так. А, так тут они все большие дома где-то. Я думал, этот маленький будет. Ну ладно. Прицеп. Какой-то прицеп. Ну что тут какой-нибудь бабайка будет? Я знаю. Так, газета. Таут. Как Таут. Извините, не знаю, что такое Таут. Может быть, какая-нибудь там, не знаю, может быть, сворачивают эту бумагу и зажигают как спичкой там что-нибудь. Честно говорю, не знаю, что такое Таут. Как Таут используют. Таут знаю, что такое. Hope nobody needs this anymore. А вот Таут нет. Так, аварийный какой-то фонарик. О! Контейнер. Банк сардин. А чем открывать? А, руку можно. Я ж думал, мы тут вообще помрем с голоду. Но нет, тут пока что есть у нас что покушать. Банк кофе. Банк кофе с утра очень хорошо. А где нам найти чашечку и водичку горяченькую? С сахарком. Эх, я пролезть не могу, что так уже. Не, ну кофе с утреца это хорошо было бы попить. Ну,
Чё ж теперь поделаешь? What have we here? Деревянные спички. А какие они еще могут быть? Алмазовыми? Там из алмаза спички. Так, спички из алмаза. Прекрасно. Чё, у нас тут все пусто, пусто уже, да? Мы ничего тут не пропустили, нет? Нет? Нет, ничего не пропустили. Кстати, календарь. Плохой очень календарь. Вот такие звуки, они меня уже пугают. Мы не понимаем, что тут творится. Все холоднее и холоднее. Так, мы вышли тогда отсюда, пошли сюда, вышли отсюда. Значит, получается, нам нужно туда идти. Так. Опа-на. That'll come in handy. Саммит. Саммит. Сладкий газированный напиток с кукурузной патокой и фруктозой. Эх, что же я об этом думаю? Мне кажется, то, что нашу жажду этот напиток не утолит, а наоборот. С таким количеством сахара, наоборот, захочется очень сильно пить. Так, толстый шерстяной свитер. Нормально выглядит. В нем тепло, даже когда он сырой. Прикольно. Вот этот каутяк вообще. Так, обычно перчатки. Опять из синтетики какой-то. Хотя какая разница, что носить. Это же виртуальный у нас персонаж. Это же не мы. Пускай что хочет носит. Пускай сам наденет на себя все. О, энергетический батончик. Подзарядитесь. Куда его вставлять, чтобы как он, как батарейка у нас работал. Ну ладно, мы его сожрем. Так, носки. То есть тут еще можно носки надевать. Очень интересно. То есть мы такие. Идем какую-нибудь там шахту и надеваем по дороге носки. Прям на ботинки, наверное, да? Очень прикольно сделано. Так, кидаловые дрова. Дрова тоже нужны. Наверное, простые инструменты. Чего может быть проще простых инструментов? Наверное, сложные инструменты. Потому что тут разница в названии. Да-да. Проще простых инструментов могут быть. Что нам еще может попасть тут? Сложный вопрос. Ну давайте тут побегаем, посмотрим, что тут есть. Дневник. Чё-то не пишет, и не работаешь у нас. Работать. Так. Давайте-ка посмотрим, что у нас тут есть. Мне вот эти вот звездочки не нравятся. Оранжевые. Чё они обозначают? Кто-нибудь подскажет? Нет. Не подскажет. Так, нам становится холодно. Давайте покушаем. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. То есть мы это можем делать вкусно. Вот у нас немного меньше голода стало. Так. Давайте еще не сковываем. Так, шиповник почему-то нельзя. Тут нахавать. Давайте, чтобы согреемся дома. Я почему-то по привычке нажимаю на Е. Кстати, у нас есть тут... Ой, игра сохранена. Хорошо. Замечательно. Так. Ой. Опа-на. На М у нас получается спичка. Вот это открытие для меня. Так. На М спичка. А еще тут на какие-нибудь клавиши есть тут что-нибудь? Так. Наша на... У нас попадает просто, да. Наша у нас ничего нету. На Е у нас ничего нет. На Q тоже нету. Конечно, мог сначала на управление посмотреть. Ну,
О, I у нас инвентарь, то есть inventory. Инвентарь, так. Ну, на все мы понажимали. Конечно, мне кажется, то, что на tab лучше всего нажимать, потому что это ближе и удобно. На E можно нажимать тоже. Спичку достал, побегал, такой порадовался. Но мы тут, чтобы согреться. У нас тут написано, мы греемся или нет. Нет, нам до сих пор холодно. По ощущению, минус один. 2 часа мы продержались. Да, 2 часа. Всего 2 часа. 35 минут. 36. 7, так. Ладно. Нам нужно найти какую-нибудь печку. Так, давай-ка выходим. Нам нужна печка. Давайте какой-нибудь костер тут зажжем. Так. Ладно, пойдемте. Тебе холодно, что ли? Давайте. Так, давайте-ка. Разжигать будем горючее. Кидовые дрова. Газета. Таут. Вот он, таут у нас. Я же говорил, то, что тут завертывается и кидается, я как понял. Ну-ка, спички. Хотя, они тут, я так понял, не как спички используются. Ну ладно. Какая разница. О, молодец. Кстати, тут еще какие-то навыки у нас, я тут вижу, растут. Мне тоже понравилось тут. Прикольно сделали. Ну что, мы тут согреемся или нет? Давай прям на костер сядем. Ай-яй-яй-яй, нет, не надо. Задница горит теперь. Че тут нам поможет? У нас ничего нет. Снижение, так. Давайте это что-нибудь тут. Наложение повязки, мне кажется, это не поможет. Антисептик применить. И чё? Это нам ничего не помогает. Это что у нас? Антибиотики какие-то тут. Повязки. И какие нам повязки не помогут? Ну все, у нас теперь... зад немного подгорел, поэтому нам становится очень холодно. А вот все снижается, снижается, да. Потихоньку пускай будет, немного пускай поснижается тут. И посмотрим, что тут у нас вообще есть. Да, все соубили почти. Вот до сих пор это у нас висит. Даже не знаю, что с этим делать. Давайте что ли заснем тут где-нибудь. Спальный мешок. И сколько мы можем часов поспать? 12. Давайте 6. Расход калорий. Что так? Бонус. Плюс тепло. Давайте спим, спим, спим. Сохранение игры идет. Ой, вы ушли во тьму. Ой-ой-ой, не надо мне уходить во тьму. Чего? Чего? Вы продержались 10 часов. Что творится, мне интересно. Ну, как бы... Вот все, что я вам мог показать в этой серии. Если вы хотите продолжение, естественно, ставьте лайки, там комментируйте. И подписывайтесь на мой канал. С вами был Дэвил. Всем удачи, всем пока. В следующей серии, надеюсь, мы продержимся подольше. Ну, ладно. Я с вами прощаюсь.